«Качок и подруг», 6-я серия. «Почему у меня подруги такие тупые? То выбивают дверь, то удаляют игры. Да я их хочу уничтожить. Они такие ужасные. Теперь я поняла, с кем я дружила все эти годы. Я им все покажу. Но как?» У меня появилась блестящая идея. Я наниму 2 бандитов, чтобы они их избили, точняк. Только перед этим я сделаю пугающую прическу, чтобы бандиты подумали, что я тоже плохая, и не напали на меня. Так, надо сделать пугающую прическу. Гораздо пугающе. Наверное, оставлю расческу. Ну что ж, пойду. Я волнуюсь. Во-во, уже темнеет. Уже очень темно. Ну ладно, я пойду. Я хочу найти что-нибудь страшное, где ходят бандиты. Но где это место? Его нигде нет. Я вижу там кого-то. Здрасте. Чё, малая, пришла сюда, а? Да, чё сюда пришла, а? Мотайся к себе домишком. А то твои мамки уже волнуются, наверное. Заткнитесь вы. Как ты нас обозвала, дурочка? Да, то есть, Говори в тону, окей? А то мы убьем тебя. Да говори быстрее. Я хочу вас нанять на моих подруг. Это Флаттер Май, Бетон Белл и эту Дазл. Чё? Я вообще тебя не понял. Ну понял только, что надо нанять на Флаттер Май, Дазл и Бетон Белл. Да, зачем ты хочешь нас нанять, а? Я хочу вас нанять, потому что они странные. Они выбивают дверь, удаляют мои любимые игры. Я хочу отомстить им, поэтому можете их избить, но не убивать, а избить. Хорошо. Но ты должна нам 20 рублей. Хорошо. Согласны? Да. Хорошо, идите прямо, потом сворачивайте направо, а я сваливаю. Хорошо, бро, пошли. Я вроде это здесь, да. А вот да. Вроде это тот дом. А потом да, залубьем. Да, но она сказала избить просто. Давай убьем. Давай будем говорить так, как она сделала. Ну ладно, просто избьем. Бро, не стучись! Будет хуже. А, точно. Ну хорошо, тогда откроем как-нибудь. Но только дверь закрыта. Бро, у меня есть идея. Ты же не намекаешь на... Да и поищем палку. Но палки здесь не валяются, бро. Пофиг, тогда найдем что-нибудь на улице такое острое, ок? Хорошо, бро. Эй, бро, я уже что-то нашел. Ну вот и отлично. Это сделаем в дверь. Да, и войдем. Итак, бро, готов? Выбрасываем. И дверь открылась, отлично, входим. Входи давай. Ага, вхожу уже. Отлично. Наверное, она спит в этой комнате. Вот здесь никого нет, пошли. Ага, пошли. Походу, здесь она спит. Да, здесь она спит. Ой. Ага. Где было? Может мне пойти к Бетон? У
себя дома одной делать нечего. Ну, хотя бы нам двоим будет веселее. Да, точно, я пойду к питону. Сейчас на улице так опасно. Возьму какую-нибудь острую вещь. Так. Пользую расческу. Хорошо, я ухожу. Божечка, как страшно. Похоже, использованные. Дверь открыта, неужели от горя? Хотя нет, Минди же стала хорошей, это очень хорошо. Может, она забыла от веселья? Я закрыла дверь, не знаю. Так. Уж темно. Так, матери ее в больнице. Так. Что там происходит? Включу свет. Ой, сзади. Бро, давай, продолжай сбивать ее. Ага. Перестаньте, это больно. Все когда-то кончается. Мы сделаем твои последние секунды жизни. Бро, делай что-нибудь, окей. Нет, я не могу убежать и просто кинуть мою подружку. Я ее защищу, я взяла расческу. Эй, два урода, вы! Малявка, что ты делаешь, а? Мы готовы тебя избить в любой. Подруга, вставай. Надо сваливать отсюда. Ночуй у меня. Будь правейший, просто сваливаем. Или донесла тебе бетон. Не волнуйся. Ее мать скоро приедет и все узнает. Просто ее наругает. Не волнуйся, бетон. Будешь спать у мамы. Поспи, бетон. Тогда станет намного лучше твоему телу. Не волнуйся, я ничего не знаю о врачебных средствах. Поэтому просто отдохни. Я буду спать с расческой. Я боюсь. Тоже запутешествие происходит. Продолжение следует.